Это вот он, мой транспортерчик. Это Land Cruiser стоит. И, короче, вот такая тема произошла. Здесь помял там крыло, бампер. Тут тоже бампер, крыло. Колеса резины целые. Чуть не снес мне зеркало. Но, короче, а я ему здесь чуть не снес зеркало. Ребята, всем привет. Вот занимаюсь Т5 своим. Подготавливаю его к путешествию, к поездке. Отмываю весь салон. Сниму сиденье, вот эту скамейку. Вот расстелю здесь ковры на пол. И чтобы можно было нормально расстелить сюда надувной матрас, чтобы можно было ночевать в машине. И еще занимаюсь косметикой. Хочу ему поменять задний бампер. Этот бампер, капец, короче, живого места нету. Вот. И я хочу сейчас поставить сюда новый бампер, совершенно новый. Но его нужно подготовить к покраске. Бампер новый, черный, пупырчатый. И вот сейчас я его подготавливаю к покраске. Вот он, мой старый бампер, на котором живого места нету. Вот, как вы помните, я и брал, когда Т5, то бампер был в таком состоянии. Я его специально не делал с ним ничего. Единственное, только я вот сюда вот эту вот заплатку наложил, чтобы он окончательно весь не развалился. Так я и ездил все это время с этим бампером. Ну, потому что не хотел ставить сюда новый. Много чего грузил, много чего возил. И поэтому, если бы ставил бы новый, то со временем новый бампер превратился бы в такой же. Поцарапал бы чем-то, грузами, стройматериалами. Потому как вот стройка идет, и нужно было возить и цемент, и дрова, и металл, и все остальное. Ну а сейчас просто он мне уже морально надоел, и я хочу сюда поставить новый бампер. И с новым бампером кататься благополучно. Здесь на нем чешуи. Капец, сколько он слой. Короче говоря. А вот новый бампер. Я его шкуранул на... Когда он был черный, такой пупырчатый, знаете, сбил, короче, набил риску. И вот сейчас на первый слой я его грунтанул. Первым слоем я его отгрунтовал. Грунт высох, сейчас я его зашкуриваю. Короче, где-то какие-то косячки еще есть, проплешины. Где-то какие-то царапины. Вот. Сейчас я его вышкурил шкурами на сухую. Без воды. Вот. Обмою его сейчас. Продую. Обмою. И хочу его дунуть первым слоем проявочным. Дам, короче, потому что это нужно сделать. Ну, мне хочется сделать более-менее хорошо, нормально. И на проявку, короче говоря, где еще вылезут какие-то косяки перед, короче, окончательно финишной покраской, чтобы был хорошенький бампер у меня. Вот бампер этот Тайвань. Здесь под катафоты светоотражающие, два штучки у меня есть, катафотики уже давно лежат, ждут свою очередь, чтобы установиться на новый бампер. Я купил их еще в тот момент, когда и сам автобус покупал, где-то через пару месяцев я уже сразу прикупил катафотики, потому как на этом бампере нету таких мест под катафоты, он сплошной. Вот, а эти катафотики, этот бампер как на мультиван идут. Вот, и поставлю катафотики в бампер. Будет, я думаю, красиво.
с катафотиками, я думаю, будет красивее, светоотражающими. Ну, я не знаю, еще хотел я сюда дополнительные врезать в бампер. Такие у меня есть круглые светодиодные лампы. Лампы габаритов. Ну, не знаю, подумаю, может быть, потом впоследствии врежу. Ну, а сейчас вот пока занимаюсь подготовкой к покраске. Вот, ребята, облил бампер проявочный, первый слой на косяки. И косяки есть, повсплывали. Вот такая чешуя всплыла, пузыри вылезли. Это вода. Конденсат, короче, вылез. Вот он. Ну и кое-где какие-то места тут я заливал. Там кратера туда-сюда. И, короче, есть потеки. Но это мне ничего не волнует, потому как это первый проявочный на новый черный бампер. Так должно быть. В принципе, залился. Вот все каверны, вот эта чешуя пупырыштая, вот эта апельсиновая корка залилась. В принципе, так пойдет, короче говоря. Вот. Ну, это все, естественно, вышкурится все. И снова обольется уже нормальной, хорошей краской. А это у меня сборная, короче, солянка, краска с трех цветов белого цвета. В принципе, сейчас я померяю его. В принципе, сейчас я его прикину. Посмотрю, как этот цвет будет биться. В общем, сейчас я его накину. Буду кататься с ним какое-то время. Он окончательно высохнет. Неделю-другую. Потом я его сниму. Вышкурю снова. И уже на чистовую залью. Вот. Там снимаю бампер. Вот этот угол снял. Он тут на шурупах, на саморезах был прикручен весь. Короче, здесь, здесь, здесь. Вот этот снялся с этой салазки угол. А этот угол не снимается. Кто-то его, короче, причепурил конкретно. Вот такие длинные саморезы. 3-сантиметровые. Вот. Заместо вот таких вогнали, короче, сюда были закручены. И вот этот угол с салазки не снимается. Наверное, где-то здесь. На саморезы причепурен, наверное. Что-то вот тут пятачок какой-то есть. Наверное, вот сюда вкручены саморезы где-то. Сейчас надо искать. Ну, я имею в виду в салазку. Там в крепление направляющее на крыле, в которое вставляется бампер. Где-то в нее, наверное, вкручен саморез. Сейчас буду это всю вот эту вот хрень вот отколупывать. Вот эту ерунду и искать, где он там прикручен. А иначе так его, ну, просто в наглую не вырвешь. Капец, короче, уничтоженный бампер. Боевой, конкретно боевой бампер. Блин, сколько тут слоев. 2 миллиметра краски. Офигеть. Это все краска. Пацаны, облил бампер весь на первый слой краски, как проявочный, на предмет всяких дефектов, косяков. Ну и, в принципе, пусть будет так какое-то время. И уже его причепорил, прицепил бампер весь на все крепления, зацепил. Осталось только поставить, остается поставить только катафоты сюда в бампер. В принципе, сел бамперок нормально.
О, зазором хорошо. Здесь прицепил бампер. Здесь прицепил бампер. Новые саморезы. Раз, два. Два самореза. Здесь прицепил бампер. Здесь его нету. Штатно такого крепления. Просто он здесь стоит на клипсах. Но клипсы здесь не совпадают. Раз, два. Только одна клипса совпадает. Поэтому на такой же новый саморез прицепил. Пусть держаться будет. Саморез здесь ничему не мешает и, ну, довольно цивильно смотрится. Здесь также только одна клипса совпадает, это не совпадает. Вот так смотрится бамперок. В принципе, симпатично. Оставлю так пока на какое-то время, неделю-другую покатаюсь, ну, а потом его перекрашу. Сейчас краска пока сырая, туда-сюда, пусть, короче, окончательно высохнет, отвердеет, краска возьмет свое, короче, наберет свою, так скажем, прочность. И сегодня еще попутно меняю масло в двигателе. Сейчас масло слил, масло черное, все сажа. Сейчас залью промывочное, погоняю мотор на промывке. Так, вот оно масло, сажа, черное-черное, засаженное. Это промывка, промывочное масло. Сейчас заливаю промывку. Гоняю 10 минут на промывке, сливаю промывку и наливаю новое моторное. И новый фильтр поставлю. Ну, вот такой винкод взял. Короче, название не имеет значения. А все внутри содержащиеся в коробках фильтрующие элементы с одной бочки. Та же самая бумага, тот же самый пластик. Все, больше тут ничего нового нету. Так, сейчас вот к ним катафотики. Здесь вот написано правая, левая, right, left. Это сюда, это сюда, правая. В общем, сейчас будем втыкать. Так, здесь есть, получается, такое маленькое направление. Вот это по центру стоит, вот это чуть выше стоит ножка. Вот здесь выше, тут по центру. Ну, так и будем втыкать. И все. И самое интересное. Опа. Опа. И отлично. Круто, мощно. Так, и с этой стороны слева то же самое. Здесь вот по центру ножка, а это чуть выше. По центру это выше по отношению от центра. Все, втыкаем. Самое интересное и вкусное. Опа. Навьё. Блин. Ну, капец, красота. Да. Совсем, что называется, совсем другой коленкор. Сразу вид улучшился. О,
базара нету. Мощные джаксы. А, ну да, я вам показывал или нет, вот с уплотнительными резинками на дверях. Меньше пыли засасывает в салон. И шумность намного меньше, тише, чем раньше было. Вот она, резинка эта. По-моему, есть у меня на канале видос, как вот наклеить, обешумить дверь. Вот она, резиночка. Очень хорошая тема. Очень хорошо спасает, вода не попадает, и шумность дверей значительно снижается. Ну и самое главное, пыли меньше в салоне, задувает. Ну и не так дует еще заодно. В общем, одни плюсы с этой резинкой: наклейте и катайтесь, будет вам счастье. Очень хорошо спасает, особенно вот снизу. Снизу в особенности. Пыль, грязь не попадает в салон. Великолепно. Ну, собственно, мне нравится эта тема. На Алиэкспрессе покупал катафоты. Давно уже. Отлично смотрится.